Добрый день. Сегодня у нас на территории республики ликвидирован 22 лесных пожара. Из них на тушении всего 48 пожаров находится, где мы работаем. И из них локализован 11 лесной пожар. Всего действует на территории республики на сегодня 139 лесных пожаров. И в планах на сегодня у нас сокращение, не локализация, у нас 2 пожаров в Сунтарском районе планируется и ликвидация 4 пожаров. Это Нюрбинском, Татинском, Хангаласском и Намском районах планируется. Всего на тушение у нас задействовано 3665 человек и 683 единицы техники. Ну, как вы знаете, сегодня в центральных районах, ну, Заречной группе районов и центральных районах республики прошли дожди, и, соответственно, вот именно площади активного горения, они были сбиты.